Ленинградский опытный электротехнический завод. Способы передвижения на поле боя. Начальная военная подготовка. От каждого солдата требуется умение сноровисто передвигаться на поле боя по любой местности под огнем противника и в то же время применять свое оружие, уничтожая противника огнем. Движение в полный рост и пригнувшись. Передвижение в полный рост применяется на местности вне пределов прямой видимости и воздействия огня противника. Передвижение пригнувшись применяется на отдельных полузакрытых участках местности. Передвижение в полный рост и пригнувшись особой трудности не представляет. Однако важно выдерживать скорость движения ускоренным шагом 130-150 или бегом 165-180 шагов в минуту. По мягкому грунту следует бежать частыми шагами и ставить ногу на всю ступню. По скользкому грунту следует передвигаться короткими, но частыми шагами, ставя ступни ног носками внутрь. Заболоченные участки преодолеваются быстрым шагом или бегом с проносом ноги над водой. При беге по ровной местности нога ставится на всю ступню или на каблук с перекатом на носок. Крутые подъемы преодолеваются короткими шагами. Опора на внутренний край ступни. При крутых спусках нога ставится на каблук с разворотом носка в сторону. Рвы и канавы в зависимости от ширины преодолеваются прыжком с приземлением на одну или обе ноги. При движении в составе подразделения в лесу необходимо соблюдать тишину, оружие держать в положении на ремень. Передвигаясь по закрытой местности, необходимо соблюдать дисциплину, быть предельно внимательным, вести наблюдение. Передвижение среди кустарника и в высокой траве целесообразно совершать пригнувшись, оружие держать как удобнее, сохраняя силы. Без правильной отработки приемов «ложись», «к бою» и «встать» невозможно отработать приемы перебежки. Исполнение команды «ложись», «к бою». Первое. Взять оружие в правую руку, сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо, одновременно наклонив корпус вперед. Второе. Опуститься на правое колено, опереться левой рукой на землю впереди себя, пальцами вправо. Третье. Последовательно опираясь на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок. Четвертое. Быстро повернуться на живот, ноги слегка раскинуть в стороны носками наружу. Пятое. И изготовиться для ведения огня. Исполнение команды «Встать». Первое. Исходное положение. Второе. Подтянуть обе руки на уровень груди, оружие в правой руке. Одновременно свести ноги вместе. Затем, резко выпрямляя руки, оторвать грудь от земли. Третье. Вынести правую или левую ногу вперед. Четвертое. Быстро подняться и принять строевую стойку. Движение перебежками. При сближении с противником на открытой местности и под огнем противника чаще всего применяются перебежки. Перебежки начинаются, как правило, из положения лежа.
Длина перебежки от 20 до 40 шагов, в зависимости от характера местности и огня противника. В случае прицельного огня противника солдат, упав на землю, должен отползти. Чем ближе находится противник и чем интенсивнее его огонь, тем короче должны быть перебежки. Перебежки одиночного солдата. На месте остановки для передышки надо с разбегу лечь и отползти несколько в сторону, а достигнув указанного рубежа, изготовиться до ведения огня. Оружие при перебежке держать как удобнее. Перебежка в отделении слева по одному. Перебежка в отделении справа и слева по одному. Перебежка в отделении справа и слева по два. Перебежка всем отделениям. Переползание. В случае необходимости преодолеть расстояние, оставаясь незамеченным, передвигаются переползанием. Например, в разведке для внезапного нападения на часового или наблюдателя и захвата его в плен. Способы переползания: по-пластунски, на получетвереньках, на боку. При любых способах оружие следует ставить на предохранитель и оберегать его от ударов и загрязнения, особенно канал ствола. Во время переползания наблюдение за полем боя вести постоянно. Переползание по-пластунски применяется на местности, простреливаемом огнем стрелкового оружия противника и не имеющей достаточных укрытий. Переползание на получетвереньках применяется по мелкому кустарнику, по высокой траве, всюду, где есть кочки, пни, отдельные кусты. Переползание производится на левом боку. Оружие держат правой рукой, прижав его ложу к бедру левой ноги. Смотреть вперед, наблюдая за противником. Передвижение в ходе атаки с использованием техники. Атака – это сочетание стремительного движения с огнем для поражения живой силы и огневых средств противника. Только уничтожением или пленением живой силы противника, уничтожением или захватом боевой техники можно лишить противника способности к сопротивлению. Это достигается решительным, внезапным и стремительным передвижением в ходе атаки наступлением. Передвижение в полный рост в ходе атаки со стрельбой на ходу. При атаке солдаты действуют в цепи отделения с интервалом до 6-8 метров. Для удобства ведения огня и лучшего применения к местности, солдаты в цепи могут несколько выдвигаться вперед или принимать в сторону, не нарушая общего направления фронта наступления цепи и не мешая действиям соседей. Стремительная атака при поддержке танков. Действие десантом на танке. Передвижение на бронетранспортерах в готовности к открытию огня. При атаке на бронетранспортерах солдаты ведут огонь по обороняющемуся противнику через бойницы по команде командира отделения или самостоятельно. Мотострелковые подразделения наносят противнику большие потери в живой силе, уничтожая огневые средства, танки и другие бронированные машины. Они обладают необходимой стойкостью к воздействию ядерного оружия и других средств массового поражения. Водный рубеж преодолевается на бронетранспортерах. Знание и неуклонное выполнение выработанных военной практикой приемов и способов передвижения на местности требует от воинов значительных физических усилий и выносливости. Умелое передвижение на местности поможет добиться успеха в бою. Конец диафильма.